have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, 19 серия Dead Space, без кинезиса, в смысле без стазиса, с кинезисом немножечко прокачанным, но все так же практически бесполезным, и с регенератором у нас на хвосте, здорово, да? На шифт, да шифты! Шифт работает у нас, пожалуйста, или нет? Они двери открывать не умеют. Там что-то интересное выпало. А, я это могу забрать. Ха-ха, до свидания, лошары. Чувака лифтом убили. I'm aligning the... Wait. Array receiver not responding. Oh, shit. The comms array. We never fixed it. Guess there wasn't a broken encoder. Then let's hope that 48 hours estimate was wrong, too. No comms, no rescue. Take the tram to the bridge. I'll hack open the door to communications. You see what's happening with the array. And don't worry about Nicole. Like Hammond said. Меньше всего я беспокоюсь о Николь, честно. Честно тебе скажу. Вот. Не та пушка, которую на них надо тратить. Но та, которая оказалась у меня в руках. Поэтому... Огнемет. Денежка. Мне не столько денег, чтобы я мог что-то купить здесь. Тут есть и бенч, опять же, и магазинчик, и все. Так, нодов у меня нету. 2000 денег, это тоже практически бесполезно. Давайте сохраняемся. Убежали от этой тварьки еще раз. Я не знаю, где и когда оно появится. Опять же, еще что мне не понравилось. Раз тот регенератор, он был таким особенным, тот специально доктор его создавал, пестовал, так даже скажем. Вот. А откуда тогда взялся второй? Почему он здесь? Там что-то бегает. Она в вентиляцию залезла, понятно. Не могу, не могу, могу. Спасибо. Бесполезно, конечно, но спасибо. Какие-то денежки. Не, ну ладно, по мелочи, то тут, то там эти денежки дают, оно накапливается хоть как-то. СОС, ачивочка приехала, если что. До этого мне тоже какую-то еще ачивку давали. Непонятно какой. Так, мне обратно на бридж. Что называется? Поехали. Да, accept, accept. Ишимура Tram System. Посмотрим, как оно что будет. Посидел бы, Айзек. Посидел бы, отдохнул бы. В ногах, правда, нет. Hmm.
Ну, офигенно же, да? Нам еще и на мостик идти придется. Или нет? Или это был просто перебой? Ладно, это был просто перебой. Если бы они могли взять и разогнать сейчас вагончик со всей силы в конечный пункт и влепить его в стену, весь бы Айзек на этом был, но... Окей. Да, чтоб тебе... Вот этот звук помех, он специально сделан, как рык монстра. Специально. И это практически каждый раз тебя достает. Out on patrol? Whatever, right now I take a rescue from a fucking magpie. Head for communications. Once we fix the comms array, we can get all the answers we need. Go to the bridge. Ну-ка, следующий. Fix the comms array. Ну, понятно, да-да-да. Find comms office belly rig. Это там же. То, что у нас связано с побочкой. Смотрите, то, что мы сделали себе улучшение на гравипушку, я думаю, что, может быть, это больше как-то будет стимулировать нас ею пользоваться, но я на самом деле не уверен, потому что пока ты эту штуку таскаешь, так, storage room, он открытый был, не открытый, а тут что-то было, ну да, они же повылазят сейчас, ну, я же знаю эту фигню. Слышали, да? Магазинчик. Мне тут два костыля сразу дают, смотрите. И вентилятор, и костыли. Минуточку, а crew deck у нас закрытый. Почему? Да нет, это ж карта. А, в него как-то по-другому можно попасть. Вроде как мы были в этом коридоре. Так, то, что... сколько у меня денег? 2450. Стопудово эта штука будет стоить 1500, наверное, или что-то такое. Давайте посмотрим. 2500. Мне не хватает полтоса постоянно. Я про то, что я бы, например, заполнил... заполнил бы себе. Я вот это продам, эти 25. Они вообще ни на что не повлияют. А купить себе и заполнить одну такую штуку, это огромнейшая ошибка, то, что я ее покупаю. Но у меня сейчас безвыходно. Мне придется ее использовать. Потому что там что-то огромное шумит. Давай ближе к двери все это перекинем. А тут даже два вентилятора. То есть мне дают много чем покидаться. Я не поленюсь, я это все перенесу сюда. Что дверь за мной закроется, и я тоже использовать не смогу. Мне наверх, мне даже не на мостик, да? Так, у меня третий уровень доступа, я могу вот эти ящички лутать. Могу. Да возьми ты что-нибудь! Уйди! Ну беги ты! Ну shift нажми, дурак! Блин, как меня это... Именно в этой серии shift бесит просто невероятнейшим образом.
пушку, возьми другую пушку! Все это происходит максимально ублюдочно. Смена оружия медленная, метание. Вроде как я себе что-то там поставил на метание, но, блин, оно... Все, до задницы. Так, эту пушку я целиком использовал. Ага, конечно. Доктор, например. Говорит, осторожно, нас кто-то слушает. Вот обо что ты тут сейчас потыкнулся? В общем, не знаю, я бешено недоволен. Одного, ну, то есть, типа, говорят, на, бросайся чем-нибудь. Я себе подготовил все, одного чувака я снес, но поскольку все это медленно, бесполезно, это можно было взорвать. Ну куда там, когда на тебя бегут, несутся, блин. В этом, конечно, случае скорость игры и скорость это абсолютно несоизмеримо, поэтому сохранить тут вроде внизу можно было. Вот. Ой, какая. И еще, почему я сейчас в этом бою не использовал, например, стазис? Потому что куча целей бегут к тебе с разных сторон. И, ну, типа, ты кинешь один стазис, ну и что, одного чувака, двух, может быть, замедлишь. Такое. Кстати, давайте все-таки эти ящики-то пооткрываем, а то... «25 потрошков. Ребят, ну стыдно должно быть за то, что вы даете мне 25, блин, потрошков». Тут у нас кроме бенча ничего не было. Для бенча мы еще не доросли, к сожалению. За такой файт игра не считает нужным дать нам что-нибудь интересненькое. Так, а может быть что-то... Да-да-да, новые ящики поспавнились. Или просто я забыл пооткрывать некоторые ящики с прошлых разов. Сейчас посмотрим. Да заткните хлебало там дышать. Астма, пойди купи себе ингалятор. На третий этаж вниз. Отлично. Привет, очень удобная менюшка. Так, у меня две обоймы. Знаете, в чем прикол? Рипер. Рипер пустой, швабра пустая. Давайте я хотя бы вот эту штуку сейчас возьму вместо воздушного. Хотя бы потому, что на ней можно кинуть мину. Или две, по-моему, можно кинуть в такой ситуации. Угу. Явно туда. Я помню это место. По-моему, я тут был, но опять же утверждать не буду. Там что-то булькает или мне кажется? А, это вот эти ребята на стенах, которые...
не дохнет. Оно тратит мои патроны, но оно не дохнет. Я не пойму, это сразу надо было огнеметом? Ну, то есть... Или оно еще живое? А, о, ящички. Плазма, патроны на швабру, наконец-то. А, тут есть такое второе. Нет, его просто надо было сразу огнеметом. У него стойкость, видимо, к другим видам оружия, поэтому... О, пилы на Рипер, серьезно. Неужели это случилось? Это вот тут я разбивал вот эту штуку, заходил туда, только тут тогда еще все не заросшее было. Так, по огнемету еще нормально. Мне нравится, что он делает сразу массовый урон, по крайней мере, это приятно. О, левел 3. Здрасте. Деньги. Патроны. И на том спасибо. Так, баррикадка. Но там все равно заперто, так что толку мне с этого. С другой стороны, возможно, мне придется там убегать, и нужно бы сейчас это все сделать, но... Если бы до кобы. До Вартура с грибы. Оно снаружи ползает. Communications log, first comms operator Bailey reporting. Ну-ка. I want this on record. The ship is under attack, but Captain Matthias has refused to issue a distress call. And we all know why. This whole operation is illegal. Aegis 7 was sealed off. They knew it, we knew it, and we all kept our mouths shut. That ends now. Mayday, Mayday, Mayday. This is USG Ishimura calling C. Wait, what the hell? Jesus, he took the whole comms array offline. It's over. Бейли говорит, что капитан, капитан и они все, как офицерский состав, знали, что это все нелегально и продолжали это все делать. Но теперь он хотел передать сообщение СОС, но капитан отключил вообще все. Так, это мы нашли. Comms Office Bailey Rig. А сколько их вообще осталось? Спасибо тебе, удобнейшая менюшка. Спасибо. Missions. You're not authorized. Значит, осталось три. Hunger's Overseer, Walker's Rig и Find Chief's Engineer, Resource Rig. Scan Tissue Sample, Scientific Methods, Investigate Mercer's Quarters. Ага. Короче, мне еще нужно три рига найти, тогда я получу высший уровень доступа, но как-то... Она мне надо. Если игра настолько наказывает за бэктрекинг, возвращаться и что-то делать. И, ну, как бы я не хочу. Someone hot-wired the dishes together and blew up the system. So we're screwed. No, it was sloppy work. Some of the dishes are intact.
If I replace them and create a new circuit with no gaps, you can broadcast the signal. Short range only, but it should work. Okay, do it. I'll, keep an eye on things here. Понятно. Не придется идти туда и все это делать. Unsent message retrieved from array buffer. Progress report, Captain Benjamin Mathias, to Paragon Jordan, Una. This will be my last transmission. Afterwards, I'll make sure our pilgrimage can be completed without interference. We have successfully brought the Holy Marker on board. Dr. Kine, an expert on the original marker, is deciphering its secrets. Forgive me for quarantining you just 7. Director Eckhart's work may have been inconvenienced, but they're suffering some sort of epidemic. Regardless, Planet Crack begins tomorrow on schedule. CEC can scratch out its illegal operation now that the true prize is ours. Let's see Earth go try to cover this up. Altman be praised. Matthias. Altmaны. Altmaны, Altmaны. Что, что, что? Денюшка, спасибо. Аптечка сразу в ход идет. Деньги, патроны. Немножко подозрительно, да? Деньги, патроны, аптечки, деньги, патроны, аптечки. Давайте перезарядим. Почти 3 обоймы на катере. Вот что странно. Хорошо. В общем, после костюма надо докачивать катер. Я заберу. О, мелкие. Вот так вот их отстреливать, это, по-моему, самое то, что надо. Мне бы вот этих вот чувачков немножечко пострелять. Entering zero gravity. Entering zero gravity. Ты где? А ты войти, бедняга, не можешь. Да уйди. А что из тебя выпало-то? Ты что, жлоб какой-то или что? А, вон что из тебя выпало. Иди сюда. Деньги из тебя выпали. Что мне по огнемету? Огнемет еще есть. Все, давайте тогда берем, наверное, катер. Что вы от меня хотите? Починить. Починить. Ну, просто возьми такой и почини, да? Пойдем чинить. Так, это не рабочая, которая.
Если бы ты еще и переворачивался по-человечески, блин, чувак, цены бы тебе не было. Так, а нам надо... Нет, не сюда. Да ну схвати ты эту фигню. Оттуда-то? Куда вы мне их предлагаете вставлять, если тут уже все сожжено? Это нормальное? Это нормальное. И вот тут одна нормальная валяется. Вот тут одна нормальная валяется. Вот я заберу. Вот это нормальное. Вот это фиговое. Фиговое сразу выбрасываем. Так. Давай смотреть. Да. Скорее всего, я не прав. Мне нужно хорошие. Ну вот, мне на экране показано. Мне нужно паутину выставить, чтобы хорошие шли через вот это. А, я не могу вытащить плохую пока. Ага. Нет, я могу вытащить. Оно... Не трать мои патроны, пожалуйста. Оно просто глюч. Да перестань! Все, встань, 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 встань. Это всех укачает. Не... Достаточно много, кстати, валяется. Не сюда. Хорошую антенну дальше. Вон туда надо хорошую. А, стой, это бесполезно, мне нужно через вот эти. Или как? Мне надо такая, чтобы доходить... А, доходило только вот это. Значит, вот эту чинить бесполезно. А какая еще доходит? Вон та. Нафиг тебя. А. Значит, вот эта сеть была бесполезна. Да поставься ж ты. Один не хватает. Погоди, ты дурак или где? Она ж сюда за...
А, они еще и уголки на них нарисованы, это же еще... А, иди ты к черту, игра, я только сейчас заметил, я думал, это... Иди сюда. Мне нужно, по сути, только одну довести, чтобы хотя бы одна работала. Я думал, мне надо довести две, мне надо довести хотя бы одну. А такая, чтобы напрямую вверх есть. Так, ты иди к черту сразу. О, денежка. Интересно, если просто достаточно долго здесь находиться, можно ли получить денежку? Хорошо, давайте... Давайте посмотрим. Вот тут можно на схему смотреть. Так. Мы можем взять сейчас... Тани... Уйди. Не то. А Q и не хват... Пока ты в прицеле, у тебя не хват... не работает вот этот вот переворот Q и. Так, мне нужно вот это. Поставься ты. Так, теперь мне надо... вот это. Мне нужна одна ровная. Ровная, блин. Сюда мне нужна одна. Какая же блевотная миссия, просто, блин, я думал, что хуже уже не будет. Но нет, ведь могут. Не крутись ты, зачем мне вот эти две одинаковые? Ладно, пофиг. Где этот чертов экран? Сколько у меня хороших осталось? Такая. Вот, осталась еще такая. Ну, теоретически. Мне, видимо, придется все-таки перестраивать. Но сейчас посмотрим. Да поставься ты по-человечески! Это не то, что мне надо. Она мне казалась по-другому. Так, у нас три. Одна вниз. Вот это мне нужно. Ну типа вот оно, надо просто одну вверх, но одной вверх у меня нету. У меня есть вот такая вот. Вот такая вот. И вот такая вот. Все три загогулинами, блин. Давайте посмотрим на большую картину целиком. Через что мы можем еще подойти туда? Так. Есть два уголочка вверх, один уголочек вниз. Давайте смотреть из того, что у нас есть.
Так. Опять же, чтобы посмотреть, какие у нас есть. Блин, это просто тошнотворная фигня. Серьезно вам говорю. Видите, просто наверх я ее провести не могу. Повернуть на соседнюю? Вроде как с соседней тогда можно было бы выйти. А знаете что? Мне тогда не нужно вот это. Мне тогда нужно вот это. Если я там с соседней не могу вывести, я выведу с этой соседней. Да втыкнись ты, будь человеком, спасибо. На что приземлиться ты мне пред... Теперь можно сюда и туда. Ну-ка, а, блин, поверни ты меня, говна кусок, прекрати. Да хватит. Есть один такой. И один вот такой. Так, мне нужен вот этот. Мне нужен вот этот, который один вверх. Развернись! Тут специально еще эта труба посередине, чтобы еще больше бесить. Вот с этого момента я официально ненавижу эту игру. Она мне до этого не нравилась, у меня до этого были с ней какие-то проблемы. С этого момента я ее официально ненавижу. Это просто максимально ублюдочное место. То есть до этого были просто странные места, были места, в которых можно запутаться, были темные места, были сложные места, были тупые места. Но это место максимально ублюдочное, причем не только в этой игре, а в принципе одно из самых отвратительных, которое я когда-либо видел. Во всей своей, блин, чертовой истории видеоигрушек, сколько я играю уже, блин, 100 лет. Это просто... У меня сейчас глаза просто вытекут. К черту. Я вам сочувствую, что вы смотрели эту серию. Ну, блин, я как-то... Надо будет какой-то дисклеймер повесить, чтобы вы не смотрели эту серию. Или до какого-то момента. Не издевайтесь над собой, пропустите. Я вам в конце расскажу... Что здесь произошло? И, блин, с другой стороны, если вы это уже смотрите. А ты кто такой? А, это... This is USM Valor, broadcasting on all frequencies to USG Ishimura in response to your SOS. Это военный корабль, который подходит. This message will repeat every 30 seconds until you respond. Они подобрали капсулу с мутантом. Они уже мертвы. Escape pod. Oh fuck! The pod Hammond jettisoned. It had Chip. That creature was inside. No, 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 no. USM Valor, come in. Come in, Valor. Oh, her signal isn't strong enough. Can we deploy the long-range antenna? No, something's blocking the blast doors over the comms array. The hell? There'll be a manual release over at maintenance. I'll go. Keep trying to reach them. Этот момент сейчас еще более ублюдочный, потому что у нас тут один инженер-механик, который перестрелял уже несколько сот этих монстров. Вы считаете, что корабль с военными... Корабль с вооруженными людьми, с военными, не справится с одним мутантом? Одним. Причем он, по-моему, он даже не матка, ничего. Ну, я не знаю, кстати. По-моему, они не могут вот таким вот образом размножаться. Ну, черт побери, один мутант в одной escape pod. То есть он там изначально изолирован, и с ним все хорошо. Ну, относительно все хорошо, конечно. Насколько может быть хорошо с мутантом? Огнемет, отлично. Мне бы сохраниться на самом деле.
Ну давайте, там где-то что-то по пути должно быть. А, меня до сих пор мутит. Блин, я прям реально вам говорю, меня до сих пор мутит после этой фигни, я не знаю, мне. У меня нормальный, хороший вестибулярный, черт побери, аппарат. Но вот, это был, блин, полный отстойщий сейчас. Фух, блин. Там по пути можно было что-то отхватить. Это были деньги. Не знаю сколько, но это были деньги. За них можно и прокатиться обратно. С этой стороны ничего не было. Хорошо. Читаем. На здоровье. О, сохранялочка. О, этот бенчмейт, который один под, пофиг. Идем к ХПшке, наверное. Так, у нас энерджи. Я бы, наверное, еще, может быть, энерджи прокачал бы на самом деле, чтобы один был лишний выстрел стазисом. Но я не уверен. Стазис Duration, конечно, все неплохо, но ладно. Мне бы еще плазмокатор качнуть, чтобы он сжег после этого. Значит, там нужно, по-моему, еще три шайбочки. Ну, что есть, то есть. Так, хорошо, сохраняшка. В общем, ребят, если к тому времени, как я буду публиковать эту серию, я не забуду, я постараюсь вас предупредить не смотреть ее. По крайней мере, ту часть с антеннами я вам сочувствую. Ладно, все, на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, всем ладушек. Всем покеда.